Тем не менее, мы находим возможности и поводы говорить и о событийке, и о темах вечных и главных. Василий, знаете, меня иногда обвиняют, вот там кто-то в эфире что-то сказал. Друзья, не формирую повестку дня канала. Работает 320 человек журналистов. И иногда они вынуждены идти на поводу у информационной ленты. Потому что, знаете, раньше был интертеймент, мы все смотрели там сериалы, там развлекательные шоу, а сейчас инфотеймент. Сейчас просто это как детектив какой-то. Кого-то убили, зарезали, заблокировали, захватили и все остальное. И все каналы идут в этом русле. И этим управляют технологи. Они просто заставляют, подменяют нам мысли нормальные. Мы же не рассуждаем о своей жизни. Живем в этой ленте информационной. Это не всегда правильно. Иногда нужно говорить о вечном и выдергивать политиков, все-таки спрашивать. Вот когда они приходят и рассказывают, какие они прекрасные, а что они будут делать, когда они станут властью? И поэтому их надо судить. И о событийке говорим мы, и о вечном говорим, а о вечном особенно говорим мы в формате украинском. Напомню, что украинский формат в эфире телеканала Ньюсван 17 января. Вот вчера дозвонился зритель с волнительным вопросом, говорит, когда, Василий, когда? Еще раз, сегодня. Василий, скажите, что в стране нет ни одного политика, поэтому просто нет формата. 15-го начинается пленарная неделя, с 17-го будем обсуждать все-таки, как чинить нашу родину.